пьесы, которую сам же придумал и готов разыграть. Без привлечения, роман «Игрок», полагаю, самая азартная книга Александра Потемкина. И как вы знаете, Александр Петрович не только прекрасный автор, но и очень успешный бизнесмен. Его компании работают во многих странах мира. И сегодня свой музыкальный подарок привезли нам гости из Монголии. Hey.
просто совершенно потрясающее многоголосие, как показали сегодняшние наши гости из Монголии. И такое же многоголосие уже ожидает книгу Александра Потемкина «Соломонов».